Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» проводит госавтоинспекция совместно с Главным управлением по информационной политике, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и Министерством образования. Он включает в себя комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров. В регионе уже прошел социальный опрос, участие в котором приняли более 15 тысяч респондентов. Согласно результатам опроса, можно сделать вывод, что большинство жителей региона ответственно подходят к перевозке своих детей. Однако также отмечены проблемные вопросы, которые требуют дополнительной информационной поддержки. Так, на вопрос, перевозите ли вы ребенка без автокресла, если поездка занимает непродолжительное время, более 1000 респондентов дали положительный ответ. Еще почти 2500 человек, участвовавших в опросе, допустили случаи перевозки маленьких пассажиров с нарушением ПДД. В прошлом году на автомобильных дорогах Московской области зарегистрировано 152 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых 8 детей погибли и 175 получили ранения различной степени тяжести. Эти происшествия стали следствием грубых нарушений ПДД со стороны водителей, допущенных в том числе и родителями. За прошлый год на территории обслуживания межмуниципального управления МВД России Щелковское зарегистрировано 11 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 11 несовершеннолетних получили ранения. В Щелковском отделе ГИБДД напоминают, что детское кресло должно быть подобрано в соответствии с возрастом, ростом и весом. Особенно это актуально при перевозке младенцев. Родители при выборе автокресел зачастую слишком большое внимание уделяют внешнему виду, чтобы розовое было, да, красивенькое, с рюшами и так далее. Цвет, размер, форма и все, что к этому относится. И забывают, главное – это качество и надежность этого устройства удерживающего, которое должны защищать детей в транспортном средстве. Светлана Неретина сообщила, что одним из главных инструментов начавшегося социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» станет серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком. Андрей Цеходович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.